сначала одну площадку, а потом вторую. Лопату в руки и вперед приближать весну. Рыхлить и разбрасывать снег, чтобы быстрее растаял. В центр Одинцова вышли сотрудники управления благоустройства. Самые главные и основные мероприятия – это рыхление снега для того, чтобы гораздо быстрее освободить зеленые места от снежных навалов. Как бодренько в 9 утра? Конечно, максимально. Самое главное мероприятие – это завтрак, чтобы были силы. По соседству трудится коллега Вячеслава Константин Кабаков. Признается, за порядком на отдельно взятом участке нашей планеты следит не только в рамках служебных обязанностей. Почему сегодня решили не выспаться, а прийти сюда? Ну, пригласили, пришел. Вот, а так зимой выходил сам, чистил во дворе. Вот. Еще субботников предстоит много. Будете во всех участвовать? Да, потому что это что? Бесплатный фитнес. Сезон субботников официально открыт. В первую апрельскую субботу на уборку дворов и улиц вышли не только сотрудники администрации и МБУ, но и жители. По городу Одинцово у нас больше 15 точек. Так, даже по тем данным, которые мы собрали, там порядка 100 человек выходит. Но я думаю, что жители также присоединятся еще к этому процессу. А так, с 10 числа всех приглашаем на субботники. Места разместим в средствах массовой информации, выдачи инвентаря. Всех ждем. Если первый субботник 3 апреля вы пропустили, то не переживайте, вы еще успеете наверстать упущенное. Мероприятие по благоустройству нашей планеты запланировано также на 10 и 17 апреля, а 24 числа пройдет общий областной субботник. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».